Вы мне обещали щедрую услугу, как последней твари, а не так, как другу. Этим, как ни странно, комплимент мне сделан. Вот как я желанна этим бренным телом. Не сказать худого, мне вас очень жалко, коли у вас другого не нашлось подарка. Что ж у вас судьба-то бедная такая? Вроде не горбатый, вы я вон летая, есть успехи в спорте, молодость, здоровье. Но спросить позвольте, что у вас с любовью? Что же это за пьеса только из каданса? Нет в ней интереса, времени, пространства, переходов цвета, запаха и вкуса, ни тьмы, ни света, словом, нет искусства. Как бы комплиментов сильно не хотелось, 50 оттенков все равно ведь серость. Впрочем, может статься, для лежащих в коме формула каданса круче всех симфоний. Ведь навряд ли с ними говорят помногу. Услыхали сими, ну и слава Богу. Кто же виноватый? Под Кузьмилом кто же? Что вы не горбатый, но ущербный все же. Вот меня, наверное, на последней тризне назовут посмертно, баловнем по жизни. Мне ярмо обрыдло 3 блатных гармоний. Жизнь была мне циклом из сплошных симфоний. Осуждать вас, Мить, упаси мя Боже, но и вы поймите, аргумент мой тоже. Я не против в сексе полного каданса, но начало в пьесе все же должно играть.